как начало учебного года. Впервые на первый курс. Ну и как вам нравится университет? Очень. А какие специальности? Лечебное дело. Врачей у нас не хватает. Какая сейчас уровень? Готовность 50%. В целом, по Вот наши врачи завтрашнего дня. Врачей реально не хватает. И мы в этом году по госзаданию, по-моему, на 30 или на 40. На сколько человек мы увеличили у вас госзадание? На 30 человек. Реально. И если, условно говоря, экономистам можно там как второе высшее образование подготовить за 3 года, получив второе образование, врача за 3 года все равно не подготовишь. Все равно минимум 6 лет надо. И, конечно, вот для нас наличие сегодня факультета медицинского в университете государственного, для нас это важно. Настраивайтесь на серьезную и долгую учебу. Самое главное, врач никогда не прекращает учиться. Он всю жизнь учится и совершенствует свою квалификацию. Поэтому у вас впереди длинный путь. Деятельность открытого правительства вызывает интерес у граждан все больше и больше. И хочу сказать, что те сервисы, которые предложены были нашим жителям за последние 2,5 года, они дают существенные результаты. И сегодняшняя наша встреча, она дает возможность обменяться тем опытом, который есть в Тульской области, который есть на федеральном уровне. И сегодня на нашей встрече присутствует Михаил Анатольевич Абызов, министр открытого правительства, человек, который был прародителем данной программы. И что очень важно, то что мы не стоим на месте, развиваемся, идем вперед. И действительно, имея обратную связь с жителями, мы понимаем, насколько эффективен вот этот инструмент. Потребуются огромные трудовые затраты для того, чтобы это все дело переложить в форматы, которые могли бы с учетом технологий 21 века обеспечить их быструю передачу, систематизировать их в различных производных и исходя из различных критериев. Вот все-таки задача, что называется, работа с открытыми данными по умолчанию, как не исключение, а как полномасштабную практику, мы еще на сегодняшний день не выполнили. И эта задача перед нами стоит к реализации в течение ближайших 1,5 лет. Я уверен, что у нас есть все возможности, чтобы радикально изменить ситуацию за 2014-2015 год. И тогда наборов открытых данных, которые мы раскрываем, которыми пользуются и бизнес, и граждане, они будут исчисляться не сотнями и тысячами, они в каждом регионе, муниципалитете будут исчисляться десятками тысяч.